Радий вам представити гостя нашої студії, чемпіона Європи з карате 2017 року серед кадетів Артема Середу та тренера із карате Іван Дрозд. Доброго ранку, вітаю вас. І так, в першу чергу поздравляю, тому що да, весь Ніколаїв вже писав, що ви були в Болгарії, вже писали про те, що победа, вже радувались. Ми анонсували це в новостях спорту. Ну а зараз вже приємно побачити лично чемпіона, який приїхав в Ніколаїв, который привез с собой золото. Золото можешь, кстати, даже показать нашим телезрителям. По поводу, начнем, наверное, издалека. По поводу занятия вообще твоего спортом. Кто привел первым к этому и кто мотивировал заниматься карате? Ну, в 6 лет мама повела меня на карате посмотреть. Мне очень понравилось, и я решил заниматься. Я так понимаю, что вы тренируете с самого начала, да? Тренер от основания и до золотой медали. Как вообще проходят тренировки? Сколько это дней в неделю? Ну и, соответственно, сколько занимает у тебя личного времени это? Ну, проходит по 11 тренировок в день. Занимается около 2-3 часов. То есть в месяц 11 тренировок где-то, да? В неделю. Неделю. Да, он, ну, мы тренировались, готовились к чемпионату Европы ежедневно по 2 занятия. То есть, а вообще, на самом деле, это очень тяжелый путь, путь, который длится уже практически 10 лет у Артема. И нужно было готовиться, выступать регулярно как на областных, на всеукраинских, так и на международных турнирах. И, конечно же, это выступление на чемпионате Украины. И Артем достойно прошел, он стал бронзовым призером чемпионата Украины. Потом следующий отборный этап был на Гран-при Хорватии, где мы в этой категории весовой показали лучший результат, это была бронзовая медаль. И, скажем, свой пик формы он вышел уже на чемпионат Европы в Софии и показал лучший результат, это, конечно же, золото. Это чемпионат Европы среди кадетов, сейчас ищу, как правильно называется, юниоров и молодежи до 21 года. То есть есть возможность еще поучаствовать и не одно золото там выбрать? Конечно. Ну и вообще наша область Николаевская была представлена не только одним Артемом, было 3 спортсмена, которые были достойны медали, и это Дима Костюков, он выступал в кадетах, только в другой весовой категории, 52 килограмм выступал. Сейчас мы видим эти вот как раз фотографии, как встречали уже вас. Да, Виктор Ксенжик, это уже юниор, то есть это возраст 16-17 лет, до 76 килограмм. Что касательно Костюкова Димы, то он провел замечательных 2 поединка, он выиграл спортсмена из Румына выиграл, и выиграл спортсмена из Испании, очень титулованного. Потом остановился нас француз, у нас был, и после за утешительный бой за 3-е место, это у датчанина, скажем, по решению судей, при равном количестве баллов, решение судей было 3-2, по флажкам Дима проиграл. Ксенжик Виктор, он победил в первом поединке итальянского спортсмена, бывшего прошлого года призера бронзового, это уже чемпионата Европы. Ну и как бы в следующем бою уступил спортсмену из Косово. Ну, то есть, как видим, география была достаточно широка. География была очень широка, потому что участвовало 50 стран на чемпионате Европы. В категории, например, Артемов это было 38 спортсменов. И нужно, как бы так сказать, что одна страна имеет право выставлять только одного спортсмена. То есть, соответственно, это было 38 чемпионов, ну, разных стран. И каждый спортсмен, который был участником этого чемпионата, он прошел длительный путь отбора. И является лучшим в своей стране. Лучшим в своей стране. И среди этих всех лучших Артем оказался лучшим, что и, конечно же, очень приятно. Приятно, конечно же, улыбка не сходит с его лица тоже. А как тебя встречали? Как вот мы видели фотографию, сейчас на экране видели это телезрители. А приятно ли было ощущать себя вот звездой и центром внимания? Потому что это заслуженно. Очень рад было, эмоции переполняли меня. Кто встречал вас? Родители и знакомые, тоже родители остальных детей из клуба. А городская власть уже как-то отреагировала, обращались, звонили, писали хотя бы или пока еще нет? Ну, пока еще нет, но в принципе есть какие-то у нас запланированы ближайшие встречи, то есть как бы Артема, чтобы его увидели, потому что это карате, которое уже включено в программу Олимпийских игр Токио 2020, и я надеюсь, что возможно в дальнейшем мы встретимся в этой студии уже. Уже как золотым чемпионом, да. Ну, возможно, участником, возможно. Но мы ставим максимальные цели, конечно же. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшое видео, как происходило все там, в Болгарии, в Софии, и после этого продолжим разговор.
Вот так, болели с разных сторон, и крики слышны. Да-да, это было очень эмоционально. Причем, ну, хотел бы, конечно, отметить то, что это были крики только как на спортивную тематику. То есть, на самом деле, на татами нет никакой политики, нет ничего, есть только спорт. И мы всегда подходим, и к нам подходят спортсмены из России, и мы подходим к ним здоровыми. Расставим сразу акценты, чтобы зрители понимали, о чем мы говорим, потому что соперником в финале был россиянин Юрий Ганисян, да, представитель школы карате из Ростова-на-Дону. Поэтому никакой политики не было, был только чистый спорт. Конечно, и конечно. Приятно, что в чистом спорте, в чистом его виде и подаче победила все-таки, побил сильнейший и сильнейший с нашей стороны. На сегодняшний день какая-то подготовка к новым соревнованиям уже идет или пока что только отдых? Ну, сейчас, наверное, это будет небольшой отдых у Артема, но на самом деле впереди еще ряд турниров как бы национального значения, но в октябре, 29 октября, 25-29 октября будет проходить чемпионат мира на Канарских островах, Тенерифе в Испании. Вот, чемпионат мира среди кадетов, юниоров и молодежи до 21 года. Мы попытаемся однозначно пройти отбор и надеемся завоевать медаль уже с чемпионата мира в этом году. Ну, а пока есть уже в руках золотая медаль, скажи, в школу уже показывал одноклассникам, как они отреагировали? Они тоже были рады, да, похлопали каждый. Ну, поздравил меня. Я так понимаю, что поздравления были еще ВКонтакте, еще когда был там. Ну что ж, мы тебя тоже поздравляем. Реально искренне приятно, что подрастает молодое поколение, которое уже гордо представляет Николаев, с гордостью показывает его на международной арене благодаря своему упорному труду. Вам спасибо большое, что воспитываете такое хорошее поколение спортсменов. Ну и я надеюсь, что это действительно не последняя наша встреча в эфире. Только золото и золото будем показывать с экрана нашего телеканала. Спасибо вам большое. Спасибо. Я нагадаю еще раз, что сегодня в нашей студии был гость Артем Майсерда, чемпион Европы из карате 2017 року серед кадетів, та Іван Дросте, тренер юного чемпіона.